Атеш признается Фараи в любви, но не получает взаимности. Получив этот отказ, Атеш начинает собирать в уме частицы пазла. Неужели бывший парень Фараи и отец ее ребенка – это я, Яман? В компании тоже все усложняется. А насладиться 12 серией турецкого сериала «Сапфир» на русском языке вы сможете уже 20 ноября. Всем спасибо за просмотр, до скорой встречи!